Здравствуйте. Меня зовут Яковлев Кирилл Сергеевич. Я являюсь сотрудником службы доставки компании «Алтайстар». Анатолий Юрьевич, вы уже получили свой заказ? Нет, я передумал. Нужно кто вам такое сказал? В смысле кто-то? Я тебе говорю, что она мне не нужна. Ну, вы хотели добиться результата? Хотели похудеть? Я похудел. Да, вряд ли. Что значит вряд ли? Ну, так не бывает. Если бывает, то с очень большими последствиями для организма. Ты рофлишь? Ты рофлишь, скажи мне сейчас. Или нет? Нет. Или ты серьезно? Смотрите, какой бы результат вы должны добиться? Почему бы нет? Ну, я не буду ее забирать дальше, то что? Ну, я вот решил не забирать. Я решил не забирать. Ну, такого не бывает. Что значит не бывает? Что значит не бывает? Так я не буду его забирать. Ты понимаешь, что ты ничего с этим не сделаешь? Он лежит, сейчас улетит. Да, да. Он лежит, а потом обратно уедет. Прикинь, да? Такое бывает. Он не уедет. Уедет. Вы заключили договор публичной охраны. Ну, я на него хуй кладу. У меня есть абсолютно законная обязанность вам его доставить. Я каждый день буду звонить и спрашивать, да? Звони. Достаточное количество времени. Я буду ждать твоего звонка. Извините, я к вам адекватно. Посылка остается и становится дороже. Да. Не делайте этот заказ. И что? Чтобы он был в три раза дороже. Да? И кто платить за него будет? Это когда я буду за нее платить? Ты отвечаешь за свои слова? Слушай, ты отвечаешь за свои слова? Да мне это не интересно. Ты скажи мне, ты отвечаешь за свои слова, что я за нее заплачу больше или нет? Или ты пиздобол? Ну дай слово мужика, что я за нее заплачу. Ну значит ты пиздобол. Значит, ты пиздобол. Жалкий пиздобол. Все. Послушай, я всегда отвечаю на свои слова. Нет, ты пиздобол. А босс. Ты сейчас аргументировал? Конечно. Ты говоришь, что я за нее заплачу в 3 раза больше. Тогда аргументируйте. Аргументируй. Ну, если ты затнешь свое ебало, я тебе аргументирую. Все, молчишь. Ты сказал, что я заплачу за нее в 3 раза больше. В жизни оно бывает всегда. Я что, пожелаю удачи? Я думаю, что до скорой встречи. Я тебе тоже желаю удачи найти нормальную работу.